Ровный строй, хоровое пение и работа в команде. В преддверии Дня Победы в Усть-Майском районе прошел смотр песни и строя среди воспитанников детских садов. Все подробности прошедшего конкурса в нашем следующем материале. В рамках программы мероприятий по встрече 70-й годовщины Великой Победы в здании спортивной школы Усть-Майского района прошел конкурс «Смотр песни и строя», в котором приняло участие три дошкольных образовательных учреждений. Одетые в символичную форму дети по торжественный марш вошли в зал. Это есть патриотическое воспитание подрастающего поколения, маленьких жителей района. Сегодня они представили выставку рисунков, фотографии, проходит акция «Бессмертный полк», и воспитанники детских садов с удовольствием присоединились к этой акции. Конкурс прошел в три этапа. Изюминкой праздника стал конкурс на лучшую театрализацию военной песни, стихотворения и танца. Ребята показали свое умение ходить строем, четко маршировать, петь военные песни, выполнять команды главнокомандующего и, конечно же, проявили свои спортивные качества в командной эстафете. Мы готовились заранее, начали готовиться, очень долго готовились. Все поэтапно у нас шло. Чтение художественной литературы, рисование, выставки, ознакомление с героями, знакомились с героями войны. Вот такая у нас большая работа велась. Праздник получился интересным, но конкурс есть конкурс, поэтому были выбраны лучшие в отдельных номинациях. Справедливое жюри выбрало наиболее зрелищные, соответствующие всем правилам и стандартам выступления учащихся, которые очень стремились к победе и достойно прошли все конкурсные испытания. Анастасия Выборкова, Тимур Канаев, НЛК Саха, Усть-Майский Улус.